У форматі «бути готовими до всього» Харків живе не перший рік. Відповідна робота, зокрема приведення в належний стан всіх наявних укриттів у мегаполісі, ведеться регулярно. Цьогоріч їх вкотре перевірили. За словами фахівців, у всіх разом взятих сховищах та укриттях можуть розмістити все населення міста. Ми готувалися дуже планомірно, системно, починаючи з 2014 року. Мы подготовили все бомбоубежища, которые необходимы, и вы видели сегодня всего лишь одно. Один лишь метрополитен у нас сегодня принимает по нормативам 154 тысячи человек. Там подготовлены все условия, начиная с системы вентиляции, системы подачи воздуха, питание, медицинское обслуживание, вода, как техническая, так и питьевая. Все нормативы и все требования абсолютно соблюдены. Мы сегодня в городе готовы на 100%. Мало того, могу вам сказать, что нами сегодня отпечатаны все материалы, которые мы по команде в случае необходимости расклеим на каждом подъезде, на каждой доске объявлений, в каждом ЖЭКе, в жилком сервисе. Люди четко, где прописан полный алгоритм действий. Что надо с собой взять, куда идти, пошагово. Поэтому мы готовились по-любому. Знаете, мы мирные люди, но мы всегда готовы к вызовам. Поэтому эта работа была не однодневная. Мы потратили больше 30 миллионов, я уже говорил, на подготовку убежищ. К этому. Поэтому мы готовы сегодня на 100% к любым вызовам. У ситуації, що зараз змінюється щогодини, наголосив міський голова Ігор Терехов, потрібно тримати голову холодною і зберігати спокій. Харків живе у своєму звичному робочому ритмі. Паніка – це те, що сьогодні від нас хочуть. Тому для нас самое главное – соблюдать спокойствие. Мы работаем сегодня, город работает и живет абсолютно в обычном ритме. Ходит общественный транспорт без ограничений. Работают детские садики, школы, все лечебные учреждения. Абсолютно работают все производства, все наши коммунальные службы как работали, так и работают и обеспечивают жизнедеятельность города Харькова. Люди повинні згуртуватися довкола однієї мети, підкреслив міський голова, щоб вберегти країну. Зараз не повинно бути місця політиці, якихось протистояння на фоні мовних, релігійних та партійних вподобань, наголосив мер Харкова. Я дуже хочу, щоб в сьогоднішній ситуації ми всі були об'єднані. Всі політичні распри, сили должны понять, что сегодня нужно объединяться. Что сегодня, несмотря на то, что мы можем исповедовать разные политические взгляды, но мы должны сохранить целостность Украины. И ради этого, ради мира, ради спасения жизни людей, мы все должны объединиться. Да, мы разные. Мы ходим в разные церкви. Мы разговариваем кто-то на украинском языке, кто-то на русском. Но все мы жители целой Украины и города Харькова. И ради мира мы должны быть вместе. Леся Гопелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвєстія. Главні новини Харкова, Харківські Ізвєстія. Коментуйте, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал, смотрите і обсуждайте актуальні новини Харкова.